очаровательно. Я люблю ее. Задумайся, подивіться, у нас якась черешня є. Да мы сами наберем, сами. Ми вам наберемо, а що, тут не лежайте? Да, мы долго не будем, потому что... А чого ви не хочете нас побути трошечки? Подивайте, у нас график очень жесткий. Ну, а що ж це без нас графіка получається? Ну, поговорим с Сашей сейчас. Да, надо к 1 мая с какого-то священника увидеть. И нам нужно в пятницу уже загрузка новая под Ростовом делать. Мы сегодня в Николаеве были, в Одессе. В вашей библиотеке мы уже книги сдали. Мы же хотим попасть, чего мы тебе съедем, общаться с вами. Давайте, народ соберется, сообщаемся. Народ соберется. Николай, заходи, запирай там заходите, все. Заходите. У нас там раз... Давайте, мы почему тебе отдохнули, не хочется. Так, вишню подбирать с собой. Иди, черешню не хочешь, хочешь вишню. На городе у нас и там еще вишня. Еще пшеница еще? Есть. Какая, да? И смородина есть, пошли. Сашенька, иди скорее. И людей кого советуют, собери кого можешь поскорее. Давай, священника не было, и на Первомайск надо. В вашей библиотеке были, все. А ты где, Саша? А ты где, Саша? Он отошел, по-моему. Отошел, да. Видите, я вам чайку поставлю. А? Чайку поставлю. Ну, я не знаю, ставьте там. Николай сказать нам, чтобы зашел. Ага, дайте, пожалуйста, я приду. Я думал, она уже... Пропала. Скажите, куда приехали мы немного? Мы приехали до Маневка, Николаевская область, Украина. Здесь живет наш давнишний хороший друг Александр Всеволодович Сыходский. Он приезжал в Потеряевку, принимал крещение с полным погружением. А в каком году он приезжал, не помните? Нет, я не помню в каком, но нынче он крепко помог нам с тем, чтобы можно было выехать. Средствами. Он постоянно новые книги получал. Давай, ешь сам. Так что это не то. А, вот оно. А вы кабачки будете жареные есть? А? Кабачки жареные. Нет, я люблю, мне ложку дайте только. Я люблю это сам на мелкой терке, да я ага. Напьюсь. Я вам даю, даю. Сидайте, я бачу. Ну, доманевка. Доманила она нас. Нет, огурчик ешь. Свежий огурчик с огорода.